твой конченый парень. Все хорошо, ты тоже не пропадай. Ладно, я не один, наберу потом. Да. Жан, кто это? Да, подруга. Дай. Анна Классица. Да не, нормально там, два коэффициента, 5000, да, я поставлю, верну же мне. Да ты надоел уже. Да ты что, бля, забазарила, что ли? Да не забазарила, хватит уже. Сейчас, где ты сейчас? Сейчас прям, на. Зайди, на, в видеозвонок позвоню сейчас. Сейчас прям зайди. У него шишак был на резине. Жан, Жан, Жан! Эй, мужики общаются, что ты вмешиваешься ему? Оцитнешь. А так ее сразу вот так, опа, сюда. Я дома сиди, на, мозги не парь, поняла? Никаких клубов, бля, какие гулянки, бля. Давай, на. Сори, бля, что там в углу? Баня, гама, родной, классим, да. Алло, Жан, я приехала, я тут. Ты где? Там. Жан, я, короче, передумал тут. Движники нарисовать, я не приеду. Алло, да, Жан? Не, пацаны, это все круто. Может, что, двигаться начнем? Бизнес какой-то откроем, там, с Китая вещи возить. Братан, ты, по идее, не прыгай так. Ты когда прыгаешь, у тебя позвоночник защемляется, надо потихоньку. Не, ладно, пацаны, вахт был, я на собеседование, короче, выкатил. Пацаны, я, короче, за рубеж поступил по обмену. Я сейчас на визу иду сдавать. Давайте, от души, все это время вместе были воровать. Сыню, ага, да. Давайте, пацаны. Бля, пацаны, по идее, он прав. Скажи, Владимир, живем, может, бизнес откроем, реально, что-нибудь сделаем, может. Вчера в интернете увидел лайфхак, как проверить своего мужа. Сейчас проверю на меня, Жаня. Милый, ты у меня останешься или домой поедешь? Домой поеду сейчас. В смысле домой поедешь, не поняла я? А я думаю, что... Это что я... У меня есть решение, каким образом снизить электропитание, поставив буквально несколько солнечных батарей в городе. Эко-город. Понятно, понятно. А у вас что за проект? 5 этажей вдоль дороги, той хана. Во! Во! Вот проект будущего! А у вас что? Молодой человек, у вас что? Что за солнечные батареи? Вы видели у входа, что написано? Мы инвестируем только в проекты будущего. А проект будущего это той хана. Вот у Маке сын женится. Ваши солнечные батареи чем помогут, а? Проект будущего – это будущее наших детей. Поэтому той хана утверждаем. У меня еще можно на лимузине заехать будет. Сразу запишите 17-го. 17 сентября женится, ладно? А потом на октябре я потом позвоню, у меня дочка тоже. Бизнесмены. Че, форму не выдали еще тебе, что ли? Пока нет еще. Ладно, сейчас Серега завтра вам позвоню. Тебе выдаст. Какой размер у тебя? Ну, XXL, 2XL. Хорошо. Правила, короче, знаешь, да? Uh-huh. На рабочем месте не спать. Uh-huh. За ночь 5 раз объект обсматриваешь. Телефон всегда на связи. Uh-huh. Кнопка вызова приезжает там. Uh-huh. В общем, всегда на связи. Uh-huh. Хорошо? Все. Все, двери закрой, свет выключи везде. Хорошо. А, Данка, смотри, такое предложение есть. Меня друзья пригласили 100 километров от Алматы в баньку попариться, там сеть не ловит. Сеть не ловит? Да, 100 километров? Банька? Поедешь ты никуда, нет. Я тебе сумочку куплю, Louis Vuitton, а? Не надо мне сумочку, не поедешь. Давай я машину обновлю, новую куплю. 100 километров, связи еще нет, не надо, не поедешь никуда. Давайте на целый год дома повара найму, чтобы ты не жарил, не варил, ничего. Не поедешь ты никуда, говорю, какой сеть нет, там ничего нет, не поедешь. Ну что ты хочешь, скажи, вот ты же что-то хочешь в жизни, давайте сделаю, а я поеду. Тогда дай мне почитать твой телеграм и ватсап прямо сейчас. А, и все, что ли? Все. Все? Да. Я поеду, да? Да. Пацаны, да, сами езжайте, да. Да, я с женой не договорился. Мне нереальные условия предлагают мне. Эй, ты че, где дистанция? Еще? Ну пойдем, отойдем мы. Все, пойдем.
Ты чё, махаться хочешь? Ну давай. Погнали, социальная дистанция давай. Сейчас я тебя устрою. В глаз! Чего? Ох, ё-моё, ну. Ну чё? Мимо. Мимо? Ох, ё-моё. Чё ты? Нет, ты чё творишь, а? Нет, ты чё до него докапываешься? Мужик, ты кто вообще? Чё он? Нормально, видишь, по-мужски разбираемся. Иди, куда шёл, иди, ты чё? Нормально все? Нормально. Блин, вообще люди не соблюдают дистанцию, да? I want this issue. Дистанцию же надо соблюдать. Пойдем, у меня в машине антисептик есть, пойдем. Ты слышишь? Походу, той проходит, да? Да, минимум 100 человек. Сейчас разберемся. Вы что здесь устроили? Той, что ли, здесь проходит? Нет, той. Ну, каких тоев? Я здесь администратор. Короче, слушай меня. За несоблюдение норм ограничительных мер огромный штраф вам грозит. Вы же знаете это? Конечно, мы соблюдаем закон. Все, как давайте, видите, никаких стоев. Ты слышишь? Пойдем. Вы что-то забыли? Я только что тамаду слышал, клянусь. Вы что-то скрываете от меня, что ли, а? Понятно. Сейчас у многих такое. Я вам советую сходить к врачу. Ну, у вас острое недостаточное стоя в организме, это проблема казахов сейчас распространенная. Просто побольше теплого питья и 3 раза в день каратэ. Все, я лечиться тогда. Конечно. Спасибо. Ал енді құрметтағы! Так, давайте сразу договоримся, ребята. Я всего лишь пил воду. Вы мясо ели, вот, чай вместе пили, да? Кстати, где Мир? А? Где Мир? Что-то чай, за чай не заплатил. Ну-ка. Эй, Мир, ты где? Я там, короче, мне надо было срочно уехать по важным делам. Эй, еще Ксения, за чай же не заплатил? Давай возвращайся, я ничего не знаю, давай за чай заплати. Ты за это переживаешь? Фуй, не переживай, брат, я же там за всех, за все заплатил, нормально все. Ты что, все заплатил? Базажок, родной, грудной, от души, базажок, да. Да ладно, брат, давай без обид, нормально отдыхай. Давай, все, извинки, давай, конечно. Оказывается, Мир за все заплатил же? Не-не-не, не заплатил, брат. Че, не заплатил, что ли? Тищах, ты сейчас сайхал ними. Телефон еще рыбы, ё-моё. Твоя мать, ты сейчас. Че играть будем? Давайте казаки-разбойники. Давай выше земли. Нет, давайте классики лучше. Ребят, может, сэвэдж отснимем? Нет, это такой кринж. Давай лучше веб сейчас качать. Пойди, с веб можно в реки еще залететь. Да. Круто вообще. Мало. Выше земли, выше земли, выше. Чего? Прыгай. Че, долго ждешь? Да. Да, блин, извини, просто дела там, она умна. Тендер выиграли, короче, на 68 лямов. И там, маржа хорошая, 65 лямов примерно. О, кепка, кстати, целая передали. Я же там учился, помнишь, наверное, да? Да. Ну, это до того, как я в Барселоне еще в садик ходил же. Вот. Блин, часы уже старые. Новая модель вышла. На, дарю. Блин, машина уже грязная. Менять пора. В тот раз, кстати, со скриптонитом фитанулись. Сейчас позвоню. Алло, Месси. Брат классный. Че, ты, кстати, уходишь с Барселоны, нет? Но! Почему тёлки тебе дают, а мне нет? Да, ну нафиг! Пи-ка, пропавший, а ты че? Алай, Сезар! Ничего себе, живой что ли? Да, ты где лазишь? Да так же здесь. Женит, блядь, ты че? Все, иди играй. Ничего, нормально. Батя вас открывает. Салем Айтхана. Тренировка. Да, тренировка с мыслями. Братишка! Живой грузовой, нахуй! Затюк-то!